Привет, Паша. Привет. Очень рада видеть тебя на конференции. Я тебя тоже. В этом году. Тема твоего доклада будет про мифы хорошего кода. Миф о хорошем коде. Может быть, пару спойлеров. Пару спойлеров. Расскажу про несколько мифов. И некоторые из этих мифов на самом деле правда. Просто, чтобы было не скучно. Вот почему-то считается, что на JS нельзя писать хороший код. Хороший код можно писать на всем, чем угодно. Почему-то считается, что хороший код – это история для программистов. Что-то надо программистам. Вот программисты вот любят писать хороший код, они любят красивое, и все. На самом деле, хороший код – это история для бизнеса, это история про деньги. И так далее. Там будем размечивать мифы. Здорово. Я надеюсь, что участники конференции почерпнут много интересного, много полезного из твоего доклада. Я знаю, что ты еще будешь модерировать техконеры, будешь участвовать в техконерах. Да. Уже был техконер по Agile. Был по Agile, по софт-скиллам. Поделишься своим... Ну, по Agile там было классно, потому что там очень интересная публика была. Да? Там был человек из Гугла, который искренне пытался понять, а зачем ему это надо. Это Google, там очень крутые инженеры, на самом деле не надо, да? Но мы там пообщались, и он понял, зачем это надо, что вот неожиданно, да? Я смог что-то новое рассказать менеджеру Google с 15-летним стажем в Google, менеджеру YouTube. А потом еще будет по DevOps, по-моему, два техкорнера будет по DevOps. DevOps — это, я не могу сказать, что это моя любимая тема, да? Я не DevOps в душе. Или я дев, как раз дев. Но у меня, когда я дев, как дев, обычно у меня девопс задача почему. Паша, почему ты постоянно приходишь на конференцию по JS и рассказываешь не про JS? Так вот, я тимлид команды машинного обучения. И наш основной язык — это Python, у нас еще есть Rust, у нас еще есть C. И у нас есть JS, во-первых. Во-первых, все доклады. Первый доклад на Node.js был не про JS, а был просто, почему тебя уволили, да? И не потому, что ты пишешь на JS. Потому что, да, он так и назвался, почему тебя уволили. Второй доклад был TensorFlow JS. Я рассказывал, как делать машинное обучение на JS. А сейчас это, с одной стороны, можно сказать, что вот эти мифы, они касаются всего. Там все-таки будет и про JS тоже. Например, миф, что на JS нельзя писать хороший код. Да, это же про JS? Про JS. Или то, что там на JS не нужен Solid. На самом деле Solid нужен везде. И в JS тоже. И что паттерны проектирования в JS не участвуют вообще никак. Ребята, прототип — это тоже паттерн. Причем из банды четырех. И расскажи, пожалуйста, как тебе в целом атмосфера? Ну, я, собственно, из этого и приезжаю, мне нравится атмосфера. Вы крутые, мне очень нравится здесь быть. Спасибо. Спасибо. Вот, и здесь крутые спикеры, крутые ребята, с которыми можно пообщаться, с которыми можно не забыть до конца JS, с которыми можно по-своему поговорить про какие-то новые штуки, потому что все-таки, да, JS сейчас — это не мой основной язык, я из него вылетаю. И для того, чтобы вылетать не очень сильно, собственно говоря, вот это перед конференцией готовиться, ну, чтобы быть в теме, надо же продолжить разговор. Вот. И это позволяет быть, не забыть JS. Здорово. Так что конференции помогаешь не только ты своим докладом, но и мы тебе. Конечно, конечно. Актуализировать свои знания. Да. Здорово. Спасибо тебе большое за твои ответы, за то, что ты сегодня здесь с нами.